Самое главное, что у нас будет на это сейчас дело, надо доказать эту форму. То, что мы ее продлили на 0,1,2, это неинтересно, это формальная вещь. Просто что можно было использовать эту формулу и для предыдущих. А вот по-настоящему интересно, почему эта формула верна. Кстати, слушайте, а минус 1,2, знаете, чему будет работать число Пэра? Минус 1. А? Минус 1. Минус 1, конечно. Какое число надо написать сюда, чтобы в сумме стройка получилась только? Минус 1. Последовательность Пэра очень легко продолжается и в отрицательную сторону тоже. Другое дело, что уже комбинаторного смысла в этом нет. А вот комбинаторный смысл есть в равенстве. P от n плюс 1 это P от n минус 1 плюс P от n минус 2. Каким образом мы с вами можем решить эту задачу? Ну, надо задать себе вопрос. Вот там n угольник. Берем какую-нибудь его вершину. Ребята, дальше проблема. Когда мы берем эту вершину, то она или входит в максимальное и независимое, или не входит. И совершенно непонятно, что делать. Вы решите две другие задачи, и после того, как вы их решите, вдруг выяснится, что наша совсем простая. Кстати, в математике всегда так. Решить много задач легче, чем одну из них обычно. Потому что список задач, когда решаешь, понимаешь какие-то взаимосвязи между ними и так далее. Рассказываю. Будут две последовательности. Одна последовательность будет такая. Максимальные независимые подмножества. Внимание. Не цикла, а разрезанного цикла. Того, что называется веревочка с узелками. Итак, пишем. Вводим функцию f от n. Количество максимальных подмножеств. Когда мы снимаем только одно условие. Когда мы в одном месте ребро режем. Давайте я вам нарисую для небольших n. N равно 1, все будет легко. Вот эту вершину мы просто-напросто можем выделить одним единственным способом. N равно 2, нет, вот так вот. Когда N равно 3, давайте посмотрим, что тогда будет. Можно взять либо оба конца выделить, либо можно взять точку в середине выделить. И так далее. Пожалуйста, найдите несколько первых значений. Давайте я еще раз повторяю, что такое f от n. Количество максимальных независимых подмножеств в незамкнутой на этом. То есть начало и конец не соединены. В незамкнутой ломаной с n вершинами.